Всем привет, с вами Ванок. Поздороваешься, может, с людьми? Ты хочешь, чтобы я представлялся? Ну да. И Ильич. И клон Ильича злобный, ладно. Да-да. Сегодня мы играем в Chivalry. На этот раз это обычный Chivalry. Medieval Warfare. Решили так на ночь глядя немножко зарубиться. Вспомнить молодость. Точно. Вот мы нашли для начала попроще сервак, чтобы можно было не казаться настолько не умеющими играть нулами. Хочешь прикол? Ага. У меня игра считает мой подключенный джойстик самолетный контроллером. Ну, играй джойстиком. Ну да, отлично. А звук все-таки даже сейчас громковат, надо будет его убавить. То... Блин. Ой, меня тут уже бить начали. Я даже не... Тебя бить начали, я вообще свернулся. Я даже не мог кнопку на удар нажать, что-то я не понял. Сейчас за прикол. Да-да, что-то не то. Сейчас я джойстик свой отключу. А, вот все вспомнил. Тут надо... О, я тебя вижу. Угу, только я, скорее всего, кручусь на месте. Либо нет, просто стою на другую сторону. Прикрой меня. Так, совместим игровой контроллер. Так, я тебя убил. Что? Но я тебя защищал, на самом деле. Что-то какой-то топор совершенно неинтересный. Надо поменять класс будет. Потому что как-то он совсем криво бьет. Так, подожди-ка. Что-то я отключаю контроллеры, а они не отключаются. Так, ну-ка, подожди-ка. О, я понял, как им бить. Это нужно нажимать кнопочку и вовремя подставлять противника. Так. А у меня все еще мой джойстик. А тебя все еще убивают всякие люди. Ну это понятно. Так, мне придется, наверное, перезайти. У меня джойстик не хочет отключаться. Ты выдерни его из USB-шки и все. А он далеко, USB-шки. У тебя что, компьютер друг в комнате? Он просто у стены, там очень много проводов. Ой, меня сейчас так эпично отвернулись. А режим арены это просто карта с ареной, что ли? Да, тут просто каждый сам за себя. И все. Тупо. Мочатся все. Все убивают всех. Я, кажется, понял, почему за этот класс никто не хочет играть. А за какой класс ты играешь? За авангарда. И в чем проблема? О том, что он просто отстойный. Авангард отстойный? По крайней мере, надо взять другой какой-нибудь меч. Потому что этот, ну, совсем неудобный. Но мечом хоть как-то можно махать. А это и непонятно. Я просто давно не играл, там можно всем подряд месить. Да, я за метальщика там. Я просто после Deadless Warrior, там немножко все иначе. Насколько немножко. Ну, понимаешь, вот это конкретно оружие, оно действительно это. Его надо зажимать, правильно подбирать время. Ну, в нужный момент бить надо, да, сначала. Не просто в нужный момент, а он не сразу бьет там. То есть нужно нажимать кнопочку, и только после этого он начинает размахиваться. Ну да, да. Медленное, все толстые. Ну так ты играй за этого, за класса. За первого. Мне сейчас, окажется, опять наваляют. Минотаурс или как его там зовут? Ну, может, может. Я вот... А, нет, ну я сейчас попробую, может, вспомнить. Потому что все-таки в Deadless Warrior я сейчас смотрю немножко иначе все. Там более такой динамичный игровой процесс, более так, оружие отзывчивое. Ага, я вообще У меня сделано все как раз открыто. Я помню, за него мечи есть очень суровые. Там все перезагружаешься, что ли? Я уже здесь. А, ты играешь уже? Просто ниже, чтобы ты от кого-то огребал. Ну, потому что я еще не появился. А, вот все. Так, тут можно как-то активировать рычаг с огнем. Как его? Какая кнопка? Е, точно. Ой. Так, вспомнить бы. Да. А, тут вообще никаких ударов дополнительных нет, да? Может, может. Помню. Взмахиваешь только. Ой, я кому-то... О, началось. Полетели головы. Ты, кстати, меня должен видеть на карте. Я что, друг, по идее? Ты когда появился, да.
Как пинать, напомни. Пинать? А, спроси, что полегче. Привет. Ну ты аккуратнее. Это ты, что ли? А я думал, что это меня так легко, это, я кому-то удар нанес. Я уж обрадовался, что не один я такой нуб. Ой. Лично ты, ты всех гасишь. У меня слишком широкий меч. Был же пино... А, F, точно. Вспомнил. F. Замечательно. Тут вот же Коль... А, вот, как раз на Коля кого-то кинул. Слушай, так все эпично. Блоки ставит. Ну, все умеет играть. В отличие от... Я тоже блок два раза поставил. Но после этого меня убили все равно. Ну, здесь простой блок в сравнении с... А, ну как? Блейдом, ну как простой? Его просто в уровень поставить надо? В то время как... Он начал учесть скорость, которая... А, кстати, тут же есть обманный удар. Если резко блок нажать во время удара, ты сделаешь обманный удар. На этом можно потавливать. Я, может, кого-то убью, интересно, или нет? Слушай, все-таки навыки, которые были, они быстро восстанавливаются. Ура, я кого-то убил. Я буду шкериться и всех гасить по крысинам. А как escape, как сменить этот класс? M, по-моему, или M, M или N. Ой, тут даже кто-то за лучника играет, он у меня даже хэдшотом снес почти все здоровье. А, в меня зажигательную смесь кинули. Ой. Ну да, ой. Так, попробуй-ка я другой класс, которого я еще не до конца открыл. А, я вот еще одноручное оружие не открыл за... Я в свое время вообще не особо играл, так что нет, ничего не открыто, по-моему. Ой, я кого-то случайно задел. Извини, пацан. Извини, тебе не больно? Можешь вызвать скорую? Ты зачем меня лупишь? Это ты? Сзади тебя, сзади тебя враг, если что. Обернись. А мне не подсказал, что за мной, за моей спиной кто-то есть. Я просто бегаю и жму на кнопку. Иногда я в кого-то попадаю. А ты меня не видишь, что ли? А, вначале, когда ты зашел только, я тебя видел. Тебе твой ник подсвечивался. А сейчас я почему-то тебя перестаю... Не вижу твой ник. Странно. Тогда я буду тебя искать и убивать. Это что за... Лайме. Ну, вообще, мочелло знатное такое, ха. Даже народу, ну, да. Народу подошло, по-моему, побольше, чем изначально было. Надо... О, тут новое оружие дали этому монетарному, какую-то палку. Шипастую. Ну да, я уже забыл, насколько эта игра веселая. Да. Не, ну, в принципе, если немножко так поиграть, даже вспоминаются навыки какие-то, даже начинаешь не огребаться, ну, сразу. Ну, да. Но это еще только, видишь, режим вспомнил. Тут вообще, в принципе, особо... Ой, как я его мне сейчас надо, технично, да, убил. Тут, в принципе, ничего не надо, кроме как бегать и размахивать. Дрыном каким-нибудь подумываю. Да, вот. Тут еще, видишь, быстрое оружие, например, очень эффективно загашивать в ближнем бою. Совсем ближним. Типа, тупо им спамить. Ну да, да. Еще в свое время ругали этот о, как прикольно. И в свое время ругали Розы, что тут много оружия, просто тупо спам нужно. Видишь, я даже не на последнем месте. А ты вообще успел, смотрю, сколько нагасить с таким пингом? Ну че, у меня 200 пинг. Будем искать другой север с командами? Или на арене погасимся? Можно еще разочек на арене поиграть, наверное. Я только начал. Может, сейчас другой режим, кстати, будет. Ах, я узнаю, ты, смотря как сервер настроен. Ну да. Ну вот, я же говорю. Но это, по-моему, тоже... Да, это тоже обычный замес. Я выбрать тоже класс, но немножко другую. Стоишь, если мы сейчас... О! Тут мне только что написало, что игрок убил сам себя. Плохо воскресился, видимо. О, а теперь я тебя вижу. Зелененький ник бегает. Я тебя тоже вижу. Это, видимо, баг какой-то из-за того, что вышел был.
теперь можем эпично. Тут же точно это, да, арена. Да-да. Тут даже друг с другом. Ай, меня кто-то стреляет уже. Я не успел появиться. Откуда? О, как. Он... Молодец. Кстати, они вдвоем, по-моему, были тоже, как и мы. И один убил своего же, случайно. Ну да. Давай, я коротким оружием теперь. Так, тут, по-моему, спринт был, да, вот вспомнил, но shift. Так, я, наверное, все-таки еще потише игру сделаю, какая-то она прям вообще лютенькая. Ох, как я эпично ему голову снес. Неудачно он заспаунился. Так, игрушка все-таки при правильном подходе. Я опять твой ник не вижу. Или ты слишком далеко? Я умер, я умер. Я просто сворачивался и игру потише делал. Ох, как хорошо, я ткнул. Что ты говоришь при правильном подходе? Вот. При правильном подходе... За тебя. А я уже забыл, что я сказал, хотел при правильном подходе. Тихо-тихо, так сильно не махай. А, ты прям как начинаешь. Вспомнил, при правильном подходе тут... Опять забыл. Ну ладно, неважно. Просто мочи. Да. Мочи правильно. В общем-то, главная суть игры — мочи. Ага. Вообще, я вот сейчас же это делал, когда... Эти... Ну, не совсем летсплей, это скорее... Такие обзоры мелкие игр. Так вот, я делал же одновременно практически и... И по розам. Ой, по розам, по викингам. И по Deadly Swarrior. Вот между ними переключаюсь, очень сложно... Переключаться, как бы хочется в одной боевку другой поменять. В одной динамика, в другой надо блоки в нужную сторону ставить. Ну да, понимаю. Вот лучше всего ФКшных убивать игроков. Да, это не спортивно же. Почему? Зато весен. Ох, классно. Я даже ранг какой-то получил. Да? Да. Я же говорю, я мало играл, так-то особо. А где ранг? А, он слева от них. Я больше в эту, в свое время, в бету играл ее. А потом как-то подзабросил. Ну, поиграл немножко, чтобы обзорчик написать там. Mm-hmm. Чтоб не голосовано. Но эта игра чисто кооперативная. Здесь одному-то так, зашел пару раз и все, и забил. Ну да. Чтоб большой толпой. Возвращаться будет. Ну да, я играл... Втроем мы играли, в общем, с товарищами. Это было весело. Когда мы прям втроем всех нагибали. Ну это, в общем-то, весь смысл. О, нифига он. Башку ему снес. Ох, блин, он у меня еще убил. Мол, это вообще жесть. Ну, все-таки тяжелое оружие, прикольно. Кстати, в Deadly Swarrior тоже прикольно. Есть молот у викингов, тоже хорошо так с одного раза, с одного удара можно снести всех. А Deadly Swarrior, он как бы отсылка к передаче той, где выставляют разных этих... Так, тут это. На нас с двух сторон нападает. Меня сейчас убьют. А тут потому что все отовсюду, блин, пришли. А ты, я смотрю, живешь пока что. Ты эпичный воин. Ну я потому что аккуратно играю. Ну у тебя оружие еще такое, это побыстрее. Но я специально такой взял, чтобы покачаться маленько. Ой, блин. А у меня еще есть топорик. И кинжал. Так, там же ведь еще какие-то были. А, у меня вот есть топор, который самый простой хатчет. Таким, наверное, деревья рубят, а не людей. В принципе, тут можно тупо закликивать врагов, то что начинает блоки ставить, он не успевает атаковать. Тут нет такого. Учти, что это. Тут, если против тебя грамотно кто-то играет, ты просто так не закликаешь уже. Ну, разве может. Что будешь попадать как раз в цикл, когда он блок пытается. Ты чем ты меня пугаешь? Я, в смысле, я всю дорогу за тебя бежал. Ладно, за тебя отомстил. Ну ладно. Я говорю, сзади тебя бегу. Разворачиваешься по башке, начинаешь. Ну вот сейчас я тупо этого с молотом чувака закликал. Он один раз промазал, а остальное он не успел нанести удар. Ладно, ты подтверждаешься, за мной бежишь, потому что я оборачиваюсь, вижу, кто-то за мной бежит. Ух, чувак, уданул сейчас. Аккуратнее, еще один. Ну, он меня сейчас загасит, скорее всего. Сейчас я тебя прикрою. Уходи, я тебя прикрою. Так, один раз я в него попал. Твой один удар, либо моих два ему осталось. Либо ему один раз попасть.
принципе. Ну тебе надо. Это мне, во мне два придется ударять. Вот все, я бошку. Нет, я имею в виду, он меня сейчас убьет. Меня, в принципе, любой сейчас убьет с одного удара. Ну вот, собственно, как произошло, вот этот мозг, который, видимо, он меня сильно разозлился, решил меня убить. Так. Ну, кстати, с тобой, как оказывается, не такие уж и плохие игроки. Так, я... А, тут какой-то край карты. А, тут, оказывается, еще и дуэли друг другу люди предлагают. Уж я не знаю, что тут можно предлагать такой неразберихе. А это случаем не дуэльный сервак-то? Да вряд ли. Я что-то задумался. Все друг друга мочат, скорее всего. Но я один раз тоже заходил на дуэльный сервак, где все друг друга мочили. Что тут лагает все? Я думал, это ты бежишь, а на меня бежал только твой вид. Я как честно подошел и убил. Как настоящий рыцарь. Дождался пока. На тебя двое, осторожно, я помогу. Так, одного снес, другого снес. Единственное, что главное, вспомнить кнопочку, по-моему, на Q. Отмена, да, на Q. У меня на блок. А, подожди, отмена в смысле... Этот... Ну, чтоб удар отменить, уже который начал. У меня не Q, у меня какая-то другая кнопка. Не, не похоже, что тут были дуэли, потому что, по крайней мере, большая часть об этом не знает игроков. Так, давай-ка его металлками. Ну да. Я большой меч достал. Пойдем уж. Ну-ка подвинься. Чинч мэп. Если сейчас сменить карту, можно перейти на другой этот. Так, долить на клавиатуре. Во. А, все ой, хотят. Блин, а я инсорт нажал. А короче, давай ну, тогда. В принципе, все на большинство. Большинство за, давай тогда сменим. Какой тебе. Давай, я тебе сейчас голову отрублю тогда. Давай сменим. Я бы не стал брать задание. Возьми режим просто командный недосматч этот. Типа батла, короче. Сейчас, забыл, сейчас будет нетривиальная задача, надень не полный сервер, не арену, а с небольшим пингом, не заполненный полностью. Так, вот есть капчерный флаг, тут вроде ну, еще... захват флага можно, да. Так, давай тогда Лондон вроде нормально тебе будет, давай тогда last быстрее... Last team standing самый крутой режим. Присоединяйся ко мне, чтобы это слоты не заняли. Угу. Еще вопрос, как бы в одну команду попасть тоже. Это да. На самом деле, ты заметил, Чивалри очень популярная игрушка все-таки. Сервера полные постоянно. Ну да, но раньше так и было. А сколько уже игре? Ей уже, наверное, год, да? Есть. А, больше даже. Больше даже года, да. Так, у меня что-то лодинг опять начался. Карта меняется. Ну это странно, больше года такая игра, знаешь, она, я бы не сказал, что она прям надолго. За масоном заходи. Так, давай я даже возьму другой класс, чтобы было интересней. Ну ты возьми. А я возьму тогда цепную фигню какую-нибудь. Ради интереса, давно не играл. Видишь, игрушка на самом деле очень попала это, в струю, как говорится, потому что... Ну, немного проектов такого примерно геймплея. Ну, есть, конечно, боевки там, но вот видишь, она очень сильно на самом деле отличается от Рос и Варбанда. Ну да, во-первых, камера от первого лица. Самое главное. Отличие. Нет, ну это не только. Ну, в это. Вообще камера от первого лица в остальных тоже есть. Но как они реализованы, вспомни. Так, я похоже. А тут, оказывается, еще и стоит этот. Ой, я даже кого-то успел убить. Осторожнее, тут friendly fire есть. А то я что-то размахался и своего в итоге зацепил. Девочка. У меня тут даже... Я вообще сейчас не вижу. В этом... Блин, я тебе помогу. У меня все кровью затекло, я не вижу, свой это или чужой. Это что, это труп? Прикольно. А то он пацанчик на колик висит. Поиграл. Ух, блин, извини, я тебя ударил случайно. Это был лаг. Если что, я тебя не убивал, честно. Да-да, это всегда лаг. А тут респаун постоянно, да? Судя по всему. Ну это захват этого. Это вообще, это не захват флага, это, по-моему, царь горы.
Давай, пацан, мочи его, отлично. Ой, я тебе башки дал, извини. Врывается просто. А я так и сделал. Я даже кого-то успел, по-моему, убить. Ой. Я прикрою. Ой, 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 ой. Что это было? Я вообще не понял, что происходило. Интересно, как происходили настоящие битвы такого рода? Ну, так же, несомненно, все друг друга мочили, а потом респаунились. Ты что, не знаешь? Да, респаунились. Угу. Тебе на РНТВ надо работать. На РНТВ, на этом лучше. На ТВ-3. А, ну или на ТВ-3, да. А да. Его, по-моему, закрыли же, не? Инопланетяне захватили Иерусалим. Ну да, да. Да блин, с этой гребаной кастомизацией непонятно, кто свой, кто не свой. Да, конечно, маркеры не помешали бы. Да, да. Ой, блин. Вот, черный убил меня, это был чужой, сразу говорю. Надо запомнить, что черный это наш. Ой, какой-то чувак ходит. Прикольный. Я ему его белую прическу испортил. Прикольно, я думал, я его убил, а его кто-то другой, походу, завалил. Отлично. Но топорик все-таки это гораздо веселее. Но здесь на самом деле веселее все оружие, кроме изначального. Короче, я буду стоять и мочить всех подряд. Так, замочили вот эти... Это что-то... Да, я вижу, он не только тебя снес. Он еще и сори пишет. Какой он сори? Он еще и сори издевается, типа, хочешь сказать? Да, да. Я тоже так могу сейчас пол команды замочить, написать сори, что мне будет. Понятно. Поймут и простят. Какие еще варианты могут быть? Да, иди. Главное, говорю, вовремя удар остановить. Не всегда получается, что, по-моему, когда уже часть анимации появляла, установить нереально. А как он становится? Кнопка какая? Чё говоришь? Кнопка, какая кнопка для того, чтобы остановить удар? У меня Q. По-моему, дефолтная. Тайп своего убил. Что, у меня Q не работает? Ну да, инерция здесь хорошо работает. Ну, в принципе, даже интересно, на самом деле. Я сейчас умру, если мне кто-то плюх удаст. Тут сторонки. Ой, за тобой, назад, отгрянись. А, это враг, что ли? Не а знаю, черный? Не знаю. Это свой, ты чё? Да, а чё он тебе пытался ударить? Не знаю, может он попутал меня, я, видимо, весь в крови. Блин, он же меня ударил. Реально, даже нужны всё-таки маркеры. Угу. Враги вообще белые, на самом деле. Бело-синий. А мы черно-красный. Ой, блин, я только хотел кого-то голову снести, а тут мне молотом. Молотком, блин, молотом. Это вообще кто-то лагает, походу. Поехал. Прикольно. Ну, у меня ничего не лагает. Интересно, я его смогу убить-то? Нет, походу, вообще глючный. Ты, видимо, лаганул, что ли? Не, скорее всего. Чувак глючный. Он, скорее всего, вылетел. А моделька продолжила ехать. Да, анимация осталась. Причем он не бежал, а именно ехал. Да. Все правильно. Ой, блин. Посмотри, что в чате пишут. Да правильно, нефиг кастомизировать, блин. Ну. О, мы победили даже. Прикольно. Короче, мочу всех подряд. Я тоже. Забавно. Я, кажется... Знаешь, победили и в итоге друг друга перебили. Правда, у меня, конечно, не так много... Кого я убил, зато я не так уж и много раз умер. Это главное. Я вообще хиллер был, да. На самом деле. Да, сзади помогал. По голове бил. Лечащий молоток. Ты не веришь в лечащий молоток? Между прочим, на нашем канале об этом тоже рассказывают. Когда инопланетяне захватывали Иерусалим, они лечили друг друга молотками. За Агату заходи. Чё делать? За Агату? За Агату. За Агату, так. Я, честно говоря, боюсь тут армс брать.
они, я конечно, сделал монотармс. Они, конечно, юркие, но при этом они умирают быстро очень. Мы сейчас играем этот, цель командную. А, ну, все равно. Я буду тяжело бронированным рыцарем с цепью. А я очень быстрый. Нас. И очень слабый. Нам надо заюзать. Кстати, эту карту даже не помню, где мы новые. А я тоже не помню, да. Цель там вулкан? Или мне кажется? Не знаю, тут лучник. Смотри, на заднем плане, вон там, вдалеке. Вулкан свергается. Может быть. Это типа элемент реализма, да? Сразу же лучник. За, вот лучник, это просто жесть. Это... Я раньше за лучника играл. Зачем я взял цепи? Она отстойная. Не хочу цепи. У лучника, в общем, вместо блока есть кинжалы, короче, по-моему, это у лучника, если не ошибаюсь. Кинжалы, которые не блокируют удары, а уводят их, в общем. И это самый грёбаный класс, короче. Берешь кинжал этот маленький и просто тычешь им в кого-нибудь. Так. Блин, добежал. Кто тебе? Лучник? Хэдшотик? Да я забыл, что мы синие, а не красные. Знаешь, бегу на них так спокойненько, бегу. Что-то там... И мне стрелу в горло засадили. Мы синие, да, я, блин, чуть своего не убил сейчас. Да, да, я тоже, я путаюсь постоянно. Мы синие. Я иду к тебе. А меня сейчас убьют все равно. Блин. Я отошел. Я там сейчас. Я вниз отошел. На пол. Ну да. Решил отдохнуть. А чё я мы? Я у них на базе. Мы даже сейчас, может, это, захватим у них что-нибудь. Я у них на базе. На базе пытаюсь подняться наверх. Я вообще, когда было много народу, можно было тупо всех подряд бить, было проще. А тут думать надо. Как-то неприлично. А что заюзать-то надо? Баллисту, что ли? Не знаю, может быть. Я заюзал баллисту и могу теперь стрелять в тебя. Отлично. Стреляй в них лучше. Они там уже пишут. Отступаем назад. Жалкие трусы. Ой. Блин, я вообще не понимаю, что происходит. Меня убили. Но я кого-то даже успел убить. У меня даже один килл есть. Я даже не такой отсосник. Это, знаешь, это вариант осады. Ну да. С открытыми воротами. Видишь, сразу карта большая стала, сразу менее динамично тут гораздо игра. Нам больше контролить надо, да. Да, бегаешь долго. Тут лучники, конечно, тут рулят. Как? Почему у меня... А, вот, все-таки куда? А ты... Ты сейчас меня пытался стрелять, да? Нет, помнишь, раньше эпичная карта была? Ой. Какой-то город. Вылез. Восточный. Бля. Арабский. Там еще водопады такие прикольные были. Здесь что-то по поводу лучника, вспомнить молодость, которой у меня не было в этой игре. Да, кстати, можно за лучника играть. Можно даже за арбалетчика. Можно вообще прощу взять. Да я просто уже забыл, тут баллистика есть даже, оказывается. Ну так еще бы. Тут еще как-то зумить можно, я забыл как. А если колесико зажимаешь, кстати, ты за стрелой следуешь. Ну, тут мне точно не надо. Почему? Не знаю. Помогает прицеливаться. Выстрелил, посмотрел, куда стрела прилетела, в следующий раз точнее выстрелил. Я буду на буф стрелять, как я, в общем-то, и в этой игре все и делаю. А что надо нажать, чтобы посмотреть, куда стрелять? Колесико зажми. Перед выстрелом колесико зажми. Ну, или во время выстрела. По нам с баллисты палят, я бы чуть-чуть отошел. Левее. Слева баллисты палят как раз. Ой, нифига. Хорошо тебе, это чем тебе так? Баллисты? Баллисты, да, прям в лицо. Все, я разозлился. Так уж и быть. Возьму своего рыцаря с гигантским мечом, пойду всех резать.
Я стреляю, стреляю, может, кого-то даже попадаю. Но если бы ты попадал, ты бы понял это. Может. Там индикация есть, так что... Пять баллисты порядка. Беги вперед, короче, доставай меньше, пошли вперед со мной. Ура! Они нефть вливают. Я вообще сейчас на один тычок персонаж. Кто меня тыкает? Блин, что-то тебя не зарезал, я думал, ты меня что-то тыкаешь. Так, давай. Подвинулся бы, у меня тут меч большой. Так, джавелинчик тут. Джавелин с двух копий убивает. А, все. Может, чуть попробуем задачу выполнить? Не знаю как. А я до сих пор не понял, какая у нас задача. Написано юз на баллисты, а честно, где это надо? Заюзать? Ой, а я думал, это свой. Почему-то сначала. Да, надо опять менять класс на более нагибучий. Так, defend the walls from the attacking... Ага, сеанс. Короче, мы должны тупо атаковать стены. Это обычный режим, значит. Или необычный, ну как? А, юзать ты можешь просто тупо баллист подмечаешь, надо юзать. Да, да. А у нас какой-то косяк вообще. У нас почему-то задание ихнее. Так, нажми там, внизу ихнее задание отображается. Защищать стены, при том, что мы их наоборот атакуем. Ну и ладно. Дополнительная сложность в игре просто стоит, на самом деле. Ну да. Это, видимо, какой-то... О, у тебя щит есть. Он висит. Это, по-моему, не сильно помогает. Да. Так, я побежал в дом, иначе тут тупо расстреляют, их там много слишком. Спаси меня! Отлично. А мы синие, да? Ты заметил, что здесь Харвин есть? Который с нами играл. А, ну потому что это тот же сервак, точно. Я уже... Блин, меня затыкали. Там, по-моему, у меня свой билд, если я ничего не путаю. Мы синие, да. Не перепутай опять. Да, блин, я всегда путаю. Как-то непривычно за синих играть. Красный как-то ближе. Ну да. Красные суровее и кричат. Как настоящие суровые чуваки. Ой, блин. Надо же кончиком меча задел какого-то чувака. Кстати, тут, по-моему, блин, лучник на стенах. Ай, блин. Блин, я пока от лучника отмахивался. Не туда пошел. А тут еще один, блин. Ужас. Я лучше тут постою чуть-чуть, ребят. Не обижайтесь. Я буду регенить. Отлично, порегинил. Ну, как ты, откуда он, интересно, так нашел? А ты где был? Я прятался. Очень хорошие нычки, как я думал. Ты где там? Давай вместе, короче, бежать. Давай, я на месте буду бежать. Там лучник наверху, гадки бегают. Вот, тут обход, оказывается, есть. Я да. как дурак ломился. Ты веришь? Я кричу хелп, ты так взял, обернулся, посмотрел. Типа не понял. Ой. Ай. Врывайся. Лучше и там лучник, лучше аккуратней. Блин, у тебя щита нету, нету. Нечестно. Мне кто-то помог. Так. Мне тоже кто-то помог. Блин, а мне то ли свой бил помогал так эпично, хорошо. То ли это мне со спины чужой зашел. Походу, что чужой. Блин, ну так походу это я не выиграл. Ну да. Ну смотри, еще очков. А сколько надо всего-то очков? У них вон два хороших игрока. А у нас только мы. Хорошие игроки, да? Ну, почти. Я сейчас полечу, не переживай. Давай. А у тебя тоже щит должен быть в конфигурации? Не, ну да, но я не взял, я не дал тебя. Ой, блин. Иди за мной. Я буду, типа, на тарана тебе.
А я типа сколько тебе сейчас дам. А чё, мы проиграли, да? Да. Не, мне какая-то карта не очень нравится. Я это вижу. Ну, давай, да. Давай дальше в это. Ой, я тебе кулаками... Ты мне челюсть сломал. Не только челюсть. Где там интересная такая? Сервак собрался менять? Ну да. Ну давай еще так. Это под запись еще один бой. Потом можно будет еще поиграть. Давай. Тут слишком длинные видео, я не люблю. Можно, в принципе, даже арену. Можно арену. Только, блин, я выйти не успел. Сейчас. А я все равно пока сервак ищу. Так, туель. Туель это, по-моему, есть арена. Если я ничего не путаю. Дуэль это дуэль. Да, дуэль это арена. Да? Ну да. Ладно. Ну просто... Заходи давай. Дуэль это может быть именно дуэль, потому что я помню, ввели как-то они отдельный режим для дуэлей. Нет, специально. Вот это именно арена, это есть дуэль. Вот то, что мы были на карте арена, это был режим дуэльный. Когда кажется он для себя. Ну это, видимо, админы не уследили. Кстати, сервак полный. А вот могу, тут, конечно, а тут именно дуэльный режим, кстати. А, ну дуэльный это так. Ну, можно между собой подуэлиться, конечно. Ну, давай попробуем. Только я зайти не могу, потому что сервак забит. Да? Сейчас, подожди. Нет, сейчас, сейчас, подожди. Да, забит. Я тогда выйду лучше. Угу. Ну, может, найдем какой-то просто нормальный этот фри-фор-ол. Фри-фор-ол? Ну, где сам каждый за себя, но при этом нет вот этой дуэльного режима. Ну, надо запомнить, что... Что, как бы сейчас заходил, чтобы еще раз на меня не зайти. Ну, дуэльных серваков дофигища, на самом деле. Нет, все-таки я был не прав. Free for all, это как раз вот это. Ну, free for all, ну понятно, кажется, он за себя. Да, вот я нашел вроде сервак, если успеешь, заходи. Так. Много народу. Сейчас рефреш. 24/24. Блин. Ну что, тогда... А, подожди, я зашел. Зашел? Ну, отлично. Не выходи. Да, все-таки арена это отдельный режим. Ну, типа да. Для честных игроков. Ну что? Дуэльный ты имеешь в виду? Да. А, у меня что-то connection lost. Блин. Видимо, все-таки не хочет он меня видеть. Может. Да. Теперь говорит, что полный сервак. Жаль, жаль. Ну что, будем менять или попробуешь это? Позаходить? Позаходить, да. Ну не знаю, не знаю. Тут обычно мало людей выходят. Редко. А вот, подожди, кто вышел, вышел туда. Отлично, я как честно опять убил. Дождался, пока они друг друга перебьют, и последнего добил. Ну ты же знаешь, я честный вообще благородный игрок. Ты прям к кодексу рыцарей, да, следуешь. Да, ну конечно, да. Я как настоящий рыцарь всегда в Mountain Blade грабил все деревни. А вот сейчас я даже не стал АФКшного игрока убивать. То, что на него был отвлечен в это время другой. Расщедрился. Блин. А так хорошо все начиналось. Что-то долго очень заходит. Видимо, опять кто-то забил мой слот. Нет, сейчас 22 игрока. Прикинь, я нажал cancel, и он начал заходить, и меня выкинул. Сейчас еще раз попробую. Ты так безумно на мышку тыкаешь. Да, у меня тут эпичный бой. Когда так тыкаешь, ты обычно... Это плохо вообще, на самом деле. Да, я знаю. Контролить. Я еще иногда это, на кресле прыгаю. На кресле прыгаешь? Ну да, мне жена любит это говорить, как ты вообще так играешь, на тебя страшно смотреть. Ну да. А у меня товарищ постоянно, когда играет, язык жует. Язык жует? На кресле прыгаешь. Представил эту сцену.
Так, ну нет, не хочется ходить, он не хочет. Ох, блин. Хорошо, он мне снес голову. Ну ладно, давай тогда я на этом запись прерву. Думаю, давай. Как весело было. Сегодня с вами был Ванок. И Ильич. И клон Ильича. Да. Злобный. Всем удачи, спасибо за просмотр.